Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким президента компании «Total» Кристофа де Маржери в связи с его гибелью. Как сообщает пресс-служба главы государства, известие о трагедии, произошедшей в московском аэропорту Внуково, Нурсултан Назарбаев воспринял с глубоким прискорбием. В телеграмме соболезнования отмечается, что Кристоф де Маржери был профессионалом, специалистом, авторитетным руководителем, значимой фигурой, внесшей огромный вклад в укрепление дружественных отношений между Казахстаном и Францией, а также в развитие энергетического сектора нашей страны.